«Все, что связано с созданием коридора передачи и контроля другой стороне, не обсуждается», — заявил Мирзоян. «Самая большая мечта об Армении, чтобы молодые люди не боялись поведения соседа», — заявил министр иностранных дел Люксембурга. «Армения должна участвовать в саммите БРИКС, исходя из своих интересов», — заявил Ален Симонян. «О распуске Нагорного Карабаха власти Армении были проинформированы в последние часы», — заявил Ален Симонян. «Казахстан готов предоставить Алматинскую площадку Армении и Азербайджану для дальнейших переговоров», — Токаев Алиев. «Иран выступает против изменения международных границ», — заявил Канани. «В Белгородской области России от удара беспилотника сгорел склад нефтепродуктов». «Минск заявил о присутствии 32 тысяч военнослужащих НАТО у границы Белоруссии». «Запорожская АЭС не будет введена в эксплуатацию, пока существуют угрозы безопасности», — сообщает МАГАТЭ.